Все абсолютно красиво, кошерно и так далее и тому подобное, как же может быть по-другому. И Арон Кадеш, конечно. Здесь, кстати, сегодня присутствует мастер, который собственноручно создавал этот Арон Кадеш. Он среди нас сегодня. Можно ему поаплодировать. Вот это как раз вот самый скромный. Поднимите, пожалуйста, руку. Выше. Ну пусть будет мастером. Он сегодня тоже вместе с нами. Какие удивительные люди сегодня с нами. Ну давайте же продолжать. Выходите, пожалуйста, на первый план. И снова мы остаемся на сцене. Для чего отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? А вот смотрите, смотрите на тех, кто идет дорогой, указанной Всевышним. Сегодня в нашем зале находятся люди, которые по велению сердца с помощью Бога оказали неоценимую финансовую поддержку в период строительства синагоги. И та забота, и то внимание, которое были оказаны к ним в сложнейший период, достойны отдельных слов благодарности, тут важно сказать. Поверьте, дорогие меценаты, выразить вам свою благодарность для нас не менее важно, чем само открытие синагоги. А благодарность мы попросим вручать вам, главного раввина России Гера Лазара. Вы нам не откажете в этом. Итак, внимание! Проявление. Главное, чтобы это было по-божески, по-человечески, соответственно тем человеческим ценностям, которые понятны каждому человеку. И то, что в городе Архангельске, в полном городе, в открытом городе, в что мы должны творить добро.
всех заявления такое имеет успех в Архангельске, не только для евреев. Может быть, в первую очередь, это для евреев, но это для всех. Это открытое место, где человек может стать ближе к Богу, знать больше, дружить с другими людьми, неважно, национальность, цвет кожи, вероисповедание, главное, что мы дружили. Поэтому тогда, я думаю, да, наверное, нужно спросить, насколько есть евреев, тысячи, две, три. Ну, то, что нужно для евреев, найдем все. Когда начали думать о таком центре, я действительно не верю, что это возможно здесь, в Архангельске, который такой прекрасный, на уровне центра. И рады то, что действительно первоначальные планы, они сегодня жили, и я думаю, что это хороший знак, что можно и нужно. Это не только опять для евреев, любая религия, любая нация должна думать шире, чем столько своих. Только нужно думать о нужде здесь собрать. Нужно думать, что нужно для города, что нужно для людей вокруг, как можно больше жить. Здесь можно организовать разные программы, творительные, социальные. Все, что для нас еще берёмся вместе, и мы понимаем, что наши все. Я думаю, что на самом деле не будет. Губернатор Васильев. Но я надеюсь, как мы говорим всегда, что в севере это ближе к Богу. Поэтому надеюсь, самое близкое место. Началось строительство, да? Сколько, как долго город ждал все-таки этого события? Ну, знаете, храмы не строятся, там нельзя говорить так, что кто-то там долго ждет или недолго ждет. Храм строится столько, сколько Бог смешан, я говорю, сколько Бог помнит. Но очень значимое событие, очень значимое. Мы сами помним, что есть трудности, да, и не только синагога, да, еще ряд храмов, которые у нас не без трудностей в свое время. Но благодаря, наверное, молитве и упорству любви мы сегодня находимся в очень хорошем здании, качество сделано. Я надеюсь, что евреи найдут родной дом. Концерты, я знаю, что здесь очень сильные, да? Безусловно, потому что я хочу просто напомнить, что у нас есть город Побратим, город Ождов. Мы направляли приглашение на полоску города, узнать уже события, хотели, чтобы они пришли, но приехали. Но свои выборы в ноябре месяце, поэтому уже не сложилась эта история. Но мы приезжали к ним, видели, насколько они трепетно относятся к вере, как подходят к этому вопросу. Поэтому для Архангельска еще и с этой точки зрения сегодня знаковое событие. То есть это еще ближе нас делает к Ождову. Спасибо большое. Спасибо вам. Пожалуйста, приходите почаще. Мы ждем ваше активное участие. Уверен, что и Анатолий Семенович, и Борух, Борис Феликсович также будут только рады видеть всех вас каждый день. Не только раз в день, три раза в день. Это самое главное. Это самое главное. Ради этого строили это здание. Стены, кирпичи, это все важно, но это только инструмент для того, чтобы люди запомнили. Бокал хороший, когда в нем есть вино. Синагога хорошая, когда в ней находятся прекрасные люди. Лехаим, за вас. Мира!
ты враг. Let's go.